Один за 100, а 5 за 490. Слово нанкиноведу. Когда она строилась? Нанкинознавец. Эта стена была построена в 14 веке, 1466-1386 годах. Ее длина составляла 33 километра, но со временем она разрушалась, и сейчас ее длина составляет около 24 метра. Вот, как они ее по кускам собирали. Ну да, вот здесь вообще разрушено. Сделали мост. За нее долгое время никто не брался, всем было на нем все равно. Ну что, залазим на стену? Так, сейчас, спаси, я тут одно место еще покажу. А, еще есть место? В этом отделе кирпичи, которые, ну, как бы, не вошли сейчас на данный момент в состав стены, на них есть надписи именно каких-то выдающихся личностей, которые строили эту стену, и они делают, тут копируют. Кирпич. А, можно себе копии, да? Да, да, вот ткань, вот у них чернила. Как штамп используют кирпич. А в этой пещере какой-то жрец. Вот такая инсталляция. Боже царя возьми, он нам не нужен, в лобом контужен я концами. Браво. Двигаемся, что тут? Я пьетофлоу. Джентхяулян. Джентхяулян, пьетофлоу. Вы чего, ребят? Жюли мой спас ежу. Я уверен, пусть я солдаты тут так и поднимались. Орудие, да? О, это интересно. Прицел с подпиваем. Че ты взял? Корявая инсталляция. Видно, что оно никогда не работает. Думают, они меня этим забором остановят? Там пушки стоят. Знаешь, что это такое? Это типа как лотос, но это у них и копилка. Можно кинуть денежку туда. И почему она на машине? А вот фарфоровая башня. Ее плохо видно отовсюду, а отсюда хорошо. Но сюда вход платный. Тут в стене оказался вход в какой-то музей. Мы сейчас пройдемся, посмотрим, что тут к чему. Это старая посуда, наверное, которую нашли здесь в стене. Жутковато выглядит, если честно, этот чайник. Заварничек. А это заколка для волос. Нефритовая. Цикады, глянь. Очень прикольно. Они заморочились с этим панно. Представь. И листики разных деревьев, все прорисовали. Так, двигаемся на выход. Ну все ж понятно. Ну вот. Возле крепостной стены есть улочка. Ребята нас завели, они сейчас тут работают. И она впечатляет. Такой прям колорит. Ядреный. Все в полтора раза меньше, чем на нормальных видео. Класс. Тут очень классно. Добрались до чифаньки. Сегодня у нас в меню жабки и креветки. И еще будет утка. Белорус рад. Белорус. Говорит, настоящая картошка, правильная. Кайф. Они все извергаются изо ртов. Но я имею в виду вот эти драконы, которые сидят изо рта вода. И я вспоминаю этих китайцев баров, у которых изо рта вечно идет. Ну, у них не только со рта, у них бывает с носа. Ты же видишь, как они подмечают у природы все. Да, да. Барбекюшница, ничего так? Смотри, сколько тут уже нашмалили. Хоть раскидывай шалка. Мой дед, наверное, как-то так сейчас выглядит. Thank you.
буддийский храм новый. Понятия не имею, что это за персонажи, но выглядят впечатляюще. Китай вроде как коммунистический, а вот не восстанавливает и поддерживает буддизм, даосизм, и в храмы везде строятся. С уважением к традициям относятся. Так, идем в следующее место. Они обернули в свастику туалет. Ну, да. Поднимаемся на гору Нюшоу. Там находится буддийский храм, где хранится теменная кость Будды. Я сделав себе сам і зробив це в Полтові. Влезли ми наверх, тут красиво, очень. Я не знаю, передає ли камера. Так, ну що, пройдем, посмотрим, що там внутрі. Блін, ну круто, що ми це робимо. Дворец, де храниться кость Будди, сьогодні закрит. Он открыт для посетителей только в період Нового года і в День Китая. На самом деле из-за этой находки и был построен весь этот комплекс. Вообще, так круто. Фантастически красиво. Ух ты, какой тут свет. Пяточки Будды. И побыстрюхи в пещеру схожу. Сейчас мы поднимаемся тут на, ну, такая небольшая пагода. И она очень похожа на ту, которую разрушили. Прям очень похожа на то, что на рисунках было. Я во что опять? Это точно, наверное, копия. Фарфоровая пагода. Может, ты попробуешь тут, попробуешь и все? Это сито. Да, я попробую. Красавчин. Иго. Ты все. Я села на 2.50. Молодец. Мы идем сейчас на работу к Жанне и Егору. Они играют здесь неподалеку в баре. Ну, колоритная такая улочка. Не знаю, ну не хуже, чем кафе Ханчжоу. Хуже, ты думаешь? Вот тут все прям адски новое. Тут по-европейски только цветали. Типа они так реставрируют, они смотрят все до основания, делают абсолютно новые, для чувствия. Рикши. Мама,
competition. It was song "Na Nebi" by Kian Limzy, the song from our native country, Ukraine. Не забывай ставить лайки. Подписываться на канал, оставлять комментарии и советовать это видео своим друзьям.